В Мангыстауской области начнется строительство крупной инновационной птицефабрики. Это даст возможность жителям региона приобретать куриные яйца и свежее мясо местного производства. Предприятие заработает к концу следующего года. Всего в этом году в регионе планируется реализовать 12 инвестиционных проектов на общую сумму 8 миллиардов тенге. В их числе завод по обработке верблюжьего молока, мясной цех, теплицы и ферма по выращиванию рыб. Их запуск позволит создать 400 новых рабочих мест. К слову, в области увеличиваются объемы продукции животноводства. К примеру, поголовье крупного рогатого скота по сравнению с прошлым годом выросло на 17%, верблюдов на 12,3%. В этом году фермеры региона ожидают увеличения сбора продукции растениеводства на целых 20%.